Вот тоже туристки, давай подойдем. Да, мы уже получили вроде согласие. Добрый день. Откуда вы? Город Нижний Новгород есть такой, но это недалеко. Знаем, знаем. Да, конечно, мы знаем Нижний Новгород. Но мы не совсем туристы. Я просто здесь не первый раз, а вот девочка первый раз приехала. Мы приехали на пару недель, да. На пару недель? Да. Молодцы. А когда вы приехали? То есть вам город нравится, вчера. Раз вы приехали? Да, уже нравится. Не первый раз и на такой долгий срок. Ну, вчера приехали ночью. Из Новгорода трудно удивить, нет? Ну, у вас в мирном месте хорошо по-своему. Да. Конечно, красиво тут очень. Своя архитектура, у вас своя. Да. Так что нам несоизмеримо и несопоставимо. Культура, кухня, люди, все хорошо. А в какое время года вы еще? Летом я была в августе. Фрукты, солнышко. Полно народу на улицах. И спокойно, нет? На Новый год тоже красиво, все очень украшено. Ну, прям такое, просто снежка не хватает. Все хорошо. Ну и погода теплая, так что... Погода, да. Ну, мы уже вот немножко замерзли. Если был снежок, вам было бы труднее и передвигаться, и долго находиться на улице, так что... Надеюсь, его не будет. Ой, вы этого хотите, да? Ну, конечно, я хочу. Я не хочу. Обычно на Новый год у нас бывает снег. Да, именно 31-го. Традиция. У нас снежок идет, да. Ну, вот кстати, вы можете на площади провести, если... Да, у нас новогодняя ночь. Встреча Нового года с нашим премьер-министром, потом будет Ким Кардашьян там, в общем, так что... Как, Кардашьян приехал? Да, она обещала, не знаю, приедет или нет, но обещала. Как Карлсон. Со своим народом на площади. Поэтому можете пойти посмотреть. Нас, к сожалению, не будет, но уезжает. Ну, если в центре живете, конечно, удобно будет вам. 300 метров буквально, нам будет удобно. Мы... Знаем, что салютов много будут, фейерверки, все красиво. Ну, а что-нибудь такое вы не заметили, которое бы вам не понравилось? Какой-нибудь... Только одно, много не надо. Ну, даже не знаю. Ну, бедные люди вот какие ходят, когда вот просят денежку, да. Вот, наверное, ну, не очень хорошо. Ну, по-моему, это во всех городах мира наблюдается. В центре у нас особенно много, на окраинах не встретите их. Понятно. А сейчас куда вы собираетесь? Сейчас уже домой, наверное, потому что мы вышли, примерзли уже немножко. Да, я чувствую. А вот первые дни куда пошли? Интересно просто. А вот сюда, первый день. А вот мы сейчас прогулялись до площади Республики, посмотрели главную елку. Вот сейчас по Северному проспекту зашли в магазин, денежку разменяли. Ну так просто, по центру. То есть сегодня просто первый день, да? Ну, у нас есть там планы и за город съездить. Ну, посмотрим, что получится. Да. Да. Ну, желаем вам спасибо удачно вам и хорошо провести новогодние дни. И с наступающим вас. Вас. До свидания. С наступающим Новым годом. До свидания. Вот эта стилизованная елочка, посмотрите. Да, такой эскиз елочки. Что за знак Армении? А, это Идрам называется. Я... Служба, да? Да, по ней плачу все наши коммунальные услуги. А что за арфа? Да, и на ней тоже написано Идрам. Плати и пой. Играй. А мы тех музыкантов не сняли, хотя они не играли, да, в это время? Да. А вот там сейчас, по-моему, доносится, это тоже вот что-то вот Саймон эти приезжие. Саймон Гарфилд. А, по-моему, это вот эти приезжие, не тут. Нет, это понятно, я говорю, играют с Саймоном Гарфилдом. Да? Или они взяли эти перуанские мотивы. А, перуанские, да, ты прав. Давно их не было, нет? На Новый год приехали подработать, подзаработать. А я думаю, что, скорее всего, это Саймон и Гарфилд использовали их мотивы. Ну, в принципе, да, конечно, прекрасно. Yeah.
Да. А эту елку вот поставил, Алекс называется елка, один из наших олигархов армянских, да? Не помню фамилию. Ну, в народе Лафик Шамов. Он владеет, да, владеет Ереван Сити, вот система магазина Сити. И да, еще и недавно мегамол. Открылся мегамол. У нас в массиве. Что-то народу стало больше. Да. Ну, как и жизнь. Скажи, давай, волнообразно. Волнообразно. Синусоида. Мы прямо как на трибуне. Парад принимаем. А это те ребята, помнишь? Учатся и зарабатывают деньги. Да, они там наверху сидели. Они вечно что-то такое своеобразное, нет, играют? А что за апачи? Это... Ёлочка какая интересная. Это ереванский герб. А еще эта елочка, непонятно. Ну, апачи, наверное, фирма какая-то. Какие-то пакетики, по-моему. А это кофе вроде, кофе, да? Да. Не знаю, вот ну, я приблизил. Ну, камеру я не могу увидеть. И не написано. Ну, в общем, что-то в пакетах. Как много. В общем, эта идея воплощается в жизнь. Ты чувствуешь? Чтобы фирмы активнее участвовали в оформлении в жизни города. Я думаю, это, знаешь, в некоторой мере связано вот эти монополии, что пытаются... Убрать, да? Да, убрать и уже больше свободы, или? А тогда получилось такое разрешение... Единицам давали. Помнишь, какая-то елочка странная? Да, уже понятно, все будут такие елочки разных фирм. Что это? Be Happy. Это тоже, наверное, фирма какая-то. Музыкальные инструменты, посмотри. Ну, детские это. Гитара маленькая. Что? Мебель выносят. Но Be Happy, смотри, и аккордеон у них. Ну, тут было детское какое-то мероприятие, сказал. Гитара, скрипка. Да. А мебель? Мебель тоже они вроде. В общем, фирмы. Я не понял, кончилось мероприятие или только будет? Нет, закончилось, раз мебель выносят. Вот еще бьетки. Сплошное счастье витает здесь. Я думаю, можно здесь кончить передачу, она их на сегодня. Да, на такой счастливой ноте. Обзор закончить. Это не Ереван, не она. Ты знаешь, у меня такое ощущение с новыми властями как-то свободнее стало. Оформление, вот такие приятные мелочи появились. Что-то такое ощущается. А народу больше стало.
много раз кого нет. При новом правительстве ты хочешь сказать? Ну, чем мы были, по-моему? Ну, естественно, время диктует. Быть более раскованным. А вот тут мы с вами и попрощаемся. До свидания. До следующего года. И поздравляем всех вас с наступающим Новым годом. Пусть этот год будет удачным, пусть все невзгоды и печали, и все останется в этом уходящем году. Спасибо вам доброго. И, ну, до Рождества мы еще встретимся, да? Я думаю. Мы и на Новый год встретимся. До свидания. Удачи! Всех благ! Здоровья! Thank you.